Свои поздравления и пожелания жителям Твери высказал глава города Алексей Огоньков. Желаю вам, чтобы в эти светлые дни рядом с вами были самые близкие люди. А теплота родных сердец согревала вас и в праздники, и в будни. Пусть исполняются желания и воплощаются в жизнь все намеченные планы. Счастья, здоровья, добра, успехов и благополучия вам и вашим близким. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие тверитяне!